Всем привет! С вами Юный Фермер. И в этом ролике хочу вам показать своих индюшат. Сегодня им ровно 40 дней. Вот такие они уже большие, уже полностью оперились почти. Вот такие вот они красавцы. Гуляют у меня они в свободном выгуле, уже на общем птичьем дворе. Вот. На травке у нас уже снег почти растаял. И вот они гуляют здесь на травке. Вот такие вот они красавцы. Будем им их сегодня взвешивать. Вот. И посмотрим их вес на раменском комбикорме. Вот, этим кормом кормлю я их первый раз, но мне он сразу очень понравился. И индюшатам тоже. Сразу его начали кушать. И очень хорошо его кушают. Вот. Будем их взвешивать сегодня и покажу вам тоже сам корм. Кормлю я их до сих пор стартовым комбикормом для индеек. Пока 11. Вот. Это, если что, напоминаю, что это не какая-то породная индейка. Это обычные помесные. То есть они гораздо меньше обычных индейок. Ну, к примеру, Биг 6 на мясо. Они вот крупные, а эти все равно помельче. Вот. Вот так вот выглядит сам комбикорм. Индюшата уже заинтересовались. Вот. Это фасовка по 10 килограммов. Очень удобный пакетик. С ручкой он. Вот. Очень удобно его носить. Тоже в этом есть свои плюсы. Раменский комбикорм производит не только для индюшат, также и для кур, кроликов, свиней, рыб, ну-ка уйди, ну и так далее. Вот, можете посмотреть подробнее на их сайте, ссылочка будет в описании под роликом. Вот такая вот крупка у комбикорма. Вот. Это тоже очень важно, потому что в моем опыте было такое, что слишком крупные гранулы, и индюшата просто забивали зубы и погибали. Это крупка, это не гранула. Вот. Пахнет комбикорм приятно, таким приятным запахом. Вот. Можете вот так вот рассмотреть его. Видите, как хорошо индюшата кушают комбикорм. Вот. Лично я, кроме комбикорма, индюшат не кормлю, потому что в этом корме уже все сбалансировано, уже есть нужные витамины для индюшат. Вот. И ничего добавлять им не нужно. Только едят у меня они комбикорм. Итак, вот весы. Весы поставлены на 0. Вот. И давайте взвесим нашего индюшонка. Вот взял самого крупного индюшонка. Вот. Его вес почти килограмм. Ну вот, килограмм. Это вот самый крупный. Я думаю, что это индюк. Вот самый маленький индюшонок. Его вес около 900 грамм. Итак, взвесил я всех индюшат. И средний вес индюшонка это 950 грамм. Есть и поменьше, это 900 грамм. А есть и самый крупный, он весит килограмм. Остальных уже показывать не стал, потому что это ужас. Они все прыгают,
Короче, очень трудно их взвесить, а тем более еще и на камеру. Вот. Ну, вот такой получился ролик. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и кормите свою птицу раменским комбикормом. И ваши индюшата будут расти намного-намного лучше. А с вами был я, Илья, юный фермер. Всем пока-пока, до новых видео.